Меня зовут Борис. Я работаю на тракторе Fendt 930 с культиватором Корунд 8/900. Ширина захвата, которая 9 метров. Очень хорошо себя показывает в полевых условиях. Выравнивает предпосевную обработку, делает почвы, а также закрытие влаги. Очень хорошо себя показал. Очень много гектар уже сделано. Ну, максимальное производительное, что я делал, это 90 гектар за смену. Регулировки культиватора очень простые. То есть, две регулировки. Это опускание носков выше-ниже. Ниже опускаются для глубины заделки, закрытия влаги. Он же, смотря для какой культуры, и регулируется высота, подъем, опускание самих носков. На заделку влаги одна регулировка, на предпосевную обработку почвы другая регулировка. То есть все очень просто в обслуживании и работе. Рабочие органы, ну, подшипники, носки, где-то втулки, ну, это уже зимой в основном. А так только расходники, в сезон только расходники меняем, делаем. Серьезных поломок в 3 года? Нет, серьезных поломок не было. Главный уход — смотреть, вовремя все обслуживать, и оно будет ездить, ходить. Трактор обслужен, поломя обслужило полностью, и... показывает себя очень достойно и очень хорошо. Хотя 2006 года трактор старичок, но показывает себя в лучших условиях и в лучшей работе. Ничего не ломается. Ему уже третий сезон, и вот он третий сезон себя очень хорошо показывает. Запчасти всегда есть в наличии. Сервис в любой момент может приехать и отремонтировать. Даже по телефону может подсказать, как что сделать. Вовремя все обслуживать, делать и смотреть на всякие нюансы, которые уже знаешь в этом тракторе. То есть наблюдать, и все, и он будет ездить, служить верой и правдой.